1 декабря в ульяновских парках наступит зимний сезон. Каждая уличная зона отдыха постарается удивить посетителей по-своему. Но в этом году для всех парков выработана единая концепция – концепция новогодней сказки. Владимирский сад, к примеру, сейчас вовсю оформляют под мотивы русской народной сказки «Морозко». Будут различные квесты проводиться, различные интересные мероприятия, фотозоны. Сейчас вот уже, если посмотреть, мы уже сделали фотозону, у нас там и Дед Мороз, и Снегурочка, и Лиса. То есть вот такие для детей интересные. В парке 40 лет в ЛКСМ Заволжского района зимний сезон начался пораньше, 25 ноября. Открытие отметили здесь большим праздником – день рождения Деда Мороза. Резиденция Деда Мороза теперь будет работать круглосуточно. С 1 декабря будет работать почта Деда Мороза, будут проводиться квесты зимние. И также будет для «Алых парусов», они наши подшефные, детский реабилитационный центр. Здесь мастер-классы будем по воскресеньям проводить. В этом парке детям и взрослым уже можно прокатиться на трех ледяных горках. Последнюю, самую большую, протяженностью в 130 метров, запустят декабрем. Из лета в зиму также перешел местный контактный зоопарк, а вместе с ним его постоянные обитатели. Работаем мы каждый день без выходных. В нем вы можете увидеть северного оленя, который также может прокатить вас на санях по индивидуальному заказу. Прекрасные чудо-кролики, очень много видов пород. Фазаны и разные породы, павлины, ослик, коровы, горные козлы, вьетнамские свиньи. В прибрежном парке приступили к активной фазе реализации проекта «Комфортная городская среда». По всей территории обновили лавочки, организовали новые дорожки. Сейчас строят новый мостик и формируют дополнительные зоны отдыха. Буквально на этой неделе установятся новые пилоны, то есть мы будем смотреть прям фильмы, и программа парка будет на интерактивной доске, скажем так, показываться. Сейчас будут смонтированы две новые детские площадки, также бесплатные. Уже произошла заливка новых аттракционов. К Новому году прибрежный украсят 80 разноцветными шарами, а в конце декабря здесь установят двухметровый светодиодный фонтан. Открытие елок во всех парках города запланировано 22 декабря. Рената Алиулова, новости Ульяновской правды.